Раб, добрый день! С праздником вас, семья Ольшанецких! Желаю вам счастья и здоровья, особенно имениннику, особенно его супруге, потому как она крутилась, вертелась, все накрывала на стол, готовила. Она рукодельница хорошая, она хорошая массажистка, она хороший человечек, короче говоря, хорошая семья. Желаю вам счастья и здоровья. К сожалению, приехать сегодня никак не могу. Может, завтра. Может, завтра смогу, потому что у меня есть для вас подарочек. Виделась часто, сон беспокойный, как за далекой рекой, под облаками, над колокольней, в небе летит серый в яблоках конь, в небе летит, в небе летит, в небе летит серый в яблоках конь. В беге тягучем топот не слышен, верно вздымается грудь, и поднимаясь выше и выше, конь исчезает, а мне не уснуть, мне не уснуть. Выше и выше конь исчезает, а мне не уснуть. В руку ли сон тот? Что же он значит? Слышишь, цыганка, постой. И отвечала старуха, к удаче будешь счастливым ты мой золотой, мой золотой. Это к удаче будешь счастливым ты мой золотой. Только не видел больше ни разу серого в небе коня. Видно, я счастье в яблоках сглазил, видно, оно позабыло меня. Счастье свое в яблоках сглазил, видно, оно позабыло меня. С днем рождения всех ваших гостей, чтобы у вас было сегодня очень весело. И я знаю, Илья, что ты своим юмором всех поднимешь на ноги. И все будут смеяться, и все будут радоваться. Всего тебе доброго, хороших праздников. Может быть, завтра встретимся. Всего доброго.